Привет любителям шашек! Продолжаем смотреть партии из книги «Шашечные партии белорусских мастеров». Партия номер 57, Вертинский Эльтерман. Cd4, dc5, b3, g5, cb4, h4, били, побили. dc3, g6, gf4. И d7 черные играют. cb2, fg5. Этот ход уже проигрывает. Здесь вот те, кто играет d7, вот в этой позиции, они должны знать, что на ход аб2 единственный ход, который нужно делать, это fg5, а на cb2 единственный ход hg7, все остальные хода проиграют. Значит, в партии была cb2, fg5, разменялись, e6, gh4, cd6, cb4. Ну, анализ показывает, что здесь сразу можно было пойти hg3 на размен назад аб4, и позиция черных проиграна. Ход cb4 тоже выигрывает. Размен назад. И можно было пойти hg3. Партии белые пошли bc3. Так тоже можно играть. Но лучше все-таки было пойти hg3. Этот вариант давно известен в теории. У черных спасения нет. Допустим, cb6. Напали. dc5. bc3. И есть такое продолжение известное, что на ход fe7 надо напасть. И здесь отдать шашку. Но оказывается, шашку здесь не надо отдавать, здесь просто вот так отдали, побили, и позиция тут у черных проиграна. А если отдать шашку и gf2, как раньше писали в теории, то после аб6, аб2, ба5, уже белым надо делать ничью путем bc3, dc5 и отдать вот эту шашку, и потом сюда, и окончание это ничейное. В партии было bc3, черные разменялись, hg3, это правильный ход. Fe7, Ed4, Bc7, и здесь белые ошибочно пошли Dc5, а к выигрышу вел ход Ba5. И здесь вот интересный такой вариант: на Ab6, Ab4, Ed6, Ab2, Gf4 есть вот такой удар Dc5, если побить сюда Hg5. Если же черные играют здесь размен назад, то тогда белые играют Gh2. Теперь, допустим, на Gf4, Ba5, на g7, ab6. А если bc7, то dc5. И компьютер показывает во всех вариантах выигрыш белых. Следующая партия, 58-я, Вертинский-Лискович. Нам интересно продолжение, которое в примечаниях. Разыгран вариант разменной городской. И вот здесь вот пишут, что это в примечаниях вариант, что был вот такой выигрыш. Отдать шашку Fe7. И далее Hg3, Ef6 и Ab4 пишут. А на самом деле здесь у белых выигрыш. Вот такой вот ударчик есть. Тогда побили вперед. И после того, как черные пробегают дамки, белые играют Ed4, и эта позиция выиграна. Но даже после продолжения, которое указывают авторы, вот так вот, Fg5, вот здесь вот такую жертву сделать. И это тоже ничья. Еще одна партия. Партия номер 59. Бельский Бержец. Нас интересует позиция, которая получилась у них в партии. Вариант городской партии. Вот эта позиция. Авторы считают, что ничьи у белых нет. В базе Авроры есть 5 партий. И все эти партии белые проиграли. Хотя ничья есть. Ничью надо делать ходом cd4. Теперь на нападение cd6. fe5. Били и сюда напали, e6. У черных есть два продолжения. Первое — это пойти b3 и поменять дамку. И вот таким образом грозите прорывом. Например, вот здесь e2 проигрывает за g7. И на любой ход, допустим, fg3 поменялись, отдали и пошли в дамки. Здесь ничьи у белых нет. Ничью дает два плана: fe3 или fg3. Сейчас прорваться в дамки нельзя, если hg7, hg3. Черные прорываются в дамки, и белые тоже прорываются в дамки, и эта позиция ничейная. Есть вторая возможность, это уйти сюда, и у белых единственный план. Надо проводить комбинацию. Вот такую комбинацию, и оба взятия приводит к ничьей. Хотя играть нужно аккуратно. Допустим, вот сюда.
h4, dc5, ставили дамку, поймали эту дамку, и выигрыша здесь нет в этой позиции. Точными маневрами белые достигают ничьей. На этом все, всем спасибо, пока. На моем канале много других шашечных видео. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и тогда вам будет приходить уведомление о новых видео.